А вы, народ, с вами Анастасия, мы продолжаем проходить Гарри Поттер и Тайная комната. И в прошлый раз мы закончили на том, что мы собрали бобы в комнате бобов. Ну, а дальше... Эй, Гарри, что-то всерьез расстроило Плаксу Миртл. То есть сильнее, чем обычно? Я слышала ее причитание по всему коридору и на лестнице, и коридор, ведущий к ее ванной, снова затопило. Ты ведь не думаешь, что на кого-то опять напали, правда? Не знаю, все может быть. Пошли разузнаем, в чем дело. Да, вот сейчас мы должны сбегать в Плакси Миртл. И там будет совершено новое нападение. Как вы уже, наверное, поняли. На кого? Если вы читали Гарри Поттера или смотрели Гарри Поттера. Хотя это же игра, тут все немножко по-другому. Ну-ка. Нет, здесь ничего нет. Я думала, может быть, есть какие-то спонжифаевские плитки. Нет, сделку я не хочу с вами, спасибо. Погоди, я здесь была же, да? Не помню просто. Да, я там уже открывала. Я уже все забыла. Я что-то Гарри Поттер и Тайную комнату вообще как-то не тороплюсь проходить. Хотя уже давно была пора пройти и начать третью часть. Но все как-то руки не доходили. Отдых на меня что-ли так влияет? Ну же, Гарри. Да понятно, все понятно. Хотя я могла бы вон теми плитками воспользоваться, конечно. Ну ладно. Стоять, по-моему, тут был Спенджифай. Ага. Надо использовать возможность, пока я о ней не забыла. Тут просто бобы, что ли? Так, проходи. Ой, ну ладно, один не собрала. Ничего такого плохого не произойдет. А надпись так и не стерли. Делать вам, что ли, нечего? Пусть эти ученики любуются. Вот и вода. Куча воды. Что это? Пришли, чтобы бросаться в меня чем-то другим? Кто-то что-то в вас бросил? Да, это здесь. А, я ошиблась, короче. Не было никакого нападения. Осторожно, мой отец сказал мне, что некоторые книги могут быть очень опасны. Это похоже на старый дневник. Он принадлежал Т.М. Ридлу. Чей бы он ни был, в нем никто не писал. Он совершенно чист. Привет, Гарри Поттер. Меня зовут Том Ридл. Реддл, точнее. Я в Хогвартсе, и происходят страшные вещи. Тебе известно про тайную комнату? Конечно, я знаю про тайную комнату. На 5-м году кто-то открыл комнату, и монстр убил девушку. Я поймал того, кто открыл комнату, и его выгнали. Я могу показать тебе, если хочешь. Я могу ввести вас в свою память той ночи, когда я его поймал. Гарри попал в воспоминания, которые ему показал Том Реддл. И мы как в мантии невидимки в первой части. Давай, надо выбираться отсюда, давай, в ящики. Right. Все в порядке. Давай, идем же, пошли. Evening, добрый вечер, Рубиус. Что ты здесь делаешь, Том? Все кончено. Не думаю, что ты хотел кого-то убить, но из монстров получаются плохие домашние животные. Он никогда никого не убивал. Да ну, самое меньшее, что может сделать Хогвартс, это позаботиться о том, чтобы монстр, который... Что там? Это был не он. Он не стал бы никогда. Отойди в сторону. Нет! Блин, я там не успела прочитать, что там. Реддл так расселся. Гарри всегда знал, что у Хагрида была страсть к огромным жутким созданиям. Гагрида, блин. Но он также был уверен, что Хагрид никогда бы никого не убил. Реддл, должно быть, кое-что перепутал. Наверное, какое-то другое существо нападает на людей. Как ты думаешь, много всяких монстров может уместиться в ящике? Всем известно, что Хагрида исключили, и нападения должны были бы прекратиться. Иначе бы Реддл не получил свои награды.
Дневник Реддла, он исчез. Что? Но только Гриффиндор мог его украсть. Никто, кроме нас, не знает пароля. Именно. В этот раз я убью. Порву. Голос, я только что слышал его снова, а ты? Я ничего не слышал. Гарри, мне кажется, я кое-что поняла. Мне нужно в библиотеку. Но МакГонагал сказал, чтобы мы оставались здесь, если только у нас нет занятий. А мне надо поговорить с Хагридом. Если он в прошлый раз победил монстра, то он знает, как открыть тайную комнату. Избушка Хагрида находится в земле, Гарри, но ты это знаешь. В земле? Следуй за мной, Гарри. В смысле? Хагрид чё, вампир? В земле, блин. Перевод, конечно, просто адский. Ты не против, если я тебя чуть-чуть перегоню, да? Там же, по-моему, не было спонжика, нет? Да ё-моё, ну Гарри, ну что за баги? ВТФ. Блин, это угар какой-то, что ли? Ладно, там, по-моему, все равно ничего нет, хорошо. Погоди, в подземельях вроде что-то было. Я не успокоюсь, пока не уйду. Не найду хоть что-то стоящее. Да, я там не проверяла. Ай-ай-ай-ай-ай. Да ёпа-мать. Что сегодня происходит, а? Тихо. Блин, я думала, вы мне карточку дадите, а вы мне даете какую-то хрень, которой я вообще даже не пользуюсь. Мне в той части были не нужны эти, как его, бобы. И в этой части они тоже мне не нужны. В третьей части они вот реально понадобятся, потому что там карточки ты не только находишь, ты их еще и покупаешь. Обязательно. Вот, теперь я могу это использовать. Тут еще кое-что было. Да, блин. Хотя это было забавно, я бы тоже на такой штуке попрыгала. Не поняла, я что, не открывала это? Ну, вроде открывала. Сейчас мы найдем эту штуку. Рон, подожди, я тут немножко полутаю, да? Не против. Опа. Эй! Эй! Я сейчас вообще ничего не поняла. Потому что тут должна быть комната, и она открывается с помощью люмос? Нет? Ладно, разберемся потом. Но я этого все равно как-то не понимаю. Главное, все закрыто, кроме этой двери. Почему? А, потому что сюда же входили, да. Вы сейчас сами все увидите. И пауки уже тут. Я только что видел кого-то очень похожего на Люциуса Малфоя. Он зашел в хижину Хагрида. Плохо дело, Хагрид, в самом деле, очень плохо. Все заходит слишком далеко. Как председатель совета школы, я просто вынужден тебя выгнать. Выгнать? Куда? Не в темницу магов, не в Азкабан? Боюсь, что именно туда. Ужасно, Дамблдор, вот только все 12 членов совета чувствуют, что в этот раз вам лучше не вмешиваться. С этого момента ваши полномочия директора Хогвартса прекращаются. Если члены совета настоят на моей отставке, Люциус, я, конечно же, соглашусь с ними. Нет. Однако я покину эту школу только тогда, когда здесь будут все против меня. А еще ты скоро узнаешь, что в Хогвартсе помощь приходит тогда, когда ее просят. Конечно.
конечно же, если кто-нибудь хочет узнать правду, достаточно лишь проследить за пауками. Это бы вывело их туда, куда следует. Это разгадка ко всему, что здесь происходит, и это все, что я могу сказать. А теперь иди сюда, Хагрид. Хорошо, я иду. У нас проблемы. Никакого Дамблдора. Нападения начнутся снова в тот же день, как он уйдет. Смотри, вон там. Похоже, они направляются к запретному лесу. Хагрид знал, что мы здесь. Я ненавижу эту локацию, просто терпеть не могу. Эта планка слишком высока. Я подсажу тебя, Гарри, тебе придется самому пройти запретный лес. Ну, естественно. Удачи, Гарри. Давай как-нибудь сам, блин. Это как всегда. Ни в первой части, ни во второй не ждите помощи от смысла. Можете ждать ее только в третьей части. Там вы бегаете вместе и по отдельности. Так, еще там. Это вы, да? Тише, 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 тише. Вы такие здоровые, пипец. Обалдеть. Взять эту... Я тут думаю, что там такое сверкает под бревном. Ну ладно. Что ты меня спикируешь? Спасибо. Оу, это просто жесть. Сидеть. Хорошая девочка или мальчик, я не знаю. До свидания. Так, здесь, естественно, этот мост обрушится. Все в лучших традициях жанра. Если внизу какая-нибудь опасность, а наверху шаткий мост, то он обязательно провалится. Это 100%. Да работайте, давайте, чего вы расскакались? Тут у вас много работы. И главное, никто не подумал использовать те грибы, которые прям возле меня. Как же я пройду? Да, а те грибы, возле которые вот эти вот. О них никто не думает, их будут брать только в последнюю очередь, да? Все, спасибо вам за вашу работу. Я, конечно, извиняюсь, что так варварски с вами поступаю, но иначе не так. Так, еще один гриб остался. Ну да ладно, это не так уж важно. Зачем их обводить вот этим золотом? Все равно я бы смогла бы по ним забраться. Ой. Естественно. Тут будет куча пауков, так что даже не удивляйтесь. Вот этих маленьких пауков, их можно давить. До свидания. Чё ж вас так много здесь? А как мне сюда забраться? Я просто уже забыла немножко. Может быть, как-нибудь, я не знаю, потом. У-ху! Ай, тихо, осторожно. Скидыш. Тьфу, я думала, это какой-то враг. Окей. Ого. Ого. Спасибочки. Спасибочки за это. Ой, а как я спускаться-то буду? Блин. Вечно меня отвлекают, ну ладно. Давай спустимся здесь, иначе если ты спустишься там, ты просто сдохнешь. Да, я очень добрая. Главное, чтобы ты, Гарри, не улетел, куда тебе не надо.
Ты уже ползешь ко мне, да? Мразь. Не трогай меня. Уже прям готова. Наброситься и скушать. Зачем эта паутина, в принципе, нужна здесь? Если за ней все равно ничего нет. Ага, еще один. Окей. А стоит ли тебя высвобождать? Сиди там себе. Все равно от тебя толку никакого нет. Дорогу ты мне не переграждаешь. Так что удачи тебе. О! Аж дорогу завалил. Здорово. Хотя нет, конечно, ничего в этом здоровского нет. До свидания. Хотя мне все равно придется с тобой разбираться. Да-да-да. Так, о господи, как я вас ненавижу, мрази. Простите меня за мой французский. Но они реально меня бесят. Слишком резвые, шустрые и гадкие. Иди сюда. До свидания. Так, еще здесь один. Ты где? Тебя унесло течением, что ли? Хей-хей, ты где? Я его не вижу. Ладно, пускай он там бежит. Я его все равно вместе с собой никуда не подниму. Ты не против, да? Пока. Думаю, ему не стоит подниматься наверх и видеть то, что я сделала с его товарищем. О, какой здоровый паучочек. Там, по-моему, есть некоторые пауки, которых надо два раза валить, да, вот так вот. Они устойчивые очень. Некоторых даже по три надо валить. Какие здоровые пауки. О, здрасте. Нехорошо бросаться. Это плохой прием. Приветствие. Блин, да что ж вы такие неугомонные-то, а? Идите нафиг. Блин, сколько у меня... этого полена, блин, нафига оно мне сдалось в таких количествах? Сама продавай. Ой, тише. А взбираться я как должна? Скажите мне на милость. А, вот как, ясно. Ясно. Спасибо. Я уж думала, я что-то не так делаю. Старые добрые знаки, как в первой части. О, да. И все в паутине, естественно. Хоба. Давай, Юмия. Я знала, что сюда можно будет забраться потом. Так, там ничего вроде как. Хорошо. А где гномик? А, он здесь. Точно, я вспомнила. Иди вон туда. Работай. Хотя, мне кажется, я впервые эти грибы сама бы срезала. Ну да ладно, пускай. О, господи, ладно, все это очень долго. Мне придется поступить вот так. Ну а что делать, если мой гном такой тупой и падает от любого движения? Так, дым, растворяйся. И что это такое? Испарение. Оу. Будь осторожен, Гарри. Это бревно выглядит очень неустойчиво. Я же говорила. Я же говорила вам. Хоба. Отлично. Этого червя мне и не хватало. Ну, в смысле, это же слизь червя. Поэтому червь. Тише. Хоба. 6 зелий мы можем с вами приготовить. Оно нам с вами обязательно понадобится в последней битве. Сейчас его пока что нет смысла использовать.
Опа. Чуть мне кажется, мы такую карточку уже подбирали, или у меня просто глюки. Ой. Ой, как все плохо. А! Там паук был. Видали? О-хо-хо. Арагог, здесь человек. Это Хагрид? Нет, я друг Хагрида, я пришел, чтобы помочь ему. Зачем Хагриду помощь? Говорят, что давным-давно Хагрид в Хогвартсе выпустил монстра, он кого-то убил и, наверное, вернулся. Это он меня выпустил, но он отослал меня. Я никогда не возвращался, и я никому не причинял зла в Хогвартсе. Значит, ты не страж комнаты тайн? Нет, страж — это древнее создание, которого больше всего боятся пауки. Это он убил девушку в ванной, а не я. Спасибо. Думаю, что теперь мне нужно идти. Нет, ты не уйдешь. Я не могу отказать своим детям в таком свежем мясе. Прощай, друг Хагрида. Если я порву паутину с помощью Дефинда, то Арагог упадет в яму. Bite him, my children! О, мать, я испугалась. Это все было очень громко. Тут отдельные звуки, они просто пипец какие громкие. Это ужас. Так, значит, вот что. Блин, чё так в уши-то мне орёшь, козёл? Я уже привыкла. Да. Тихо, этот побольше паук. Ему надо будет несколько раз щелкнуть. Bite him! Bite him? Что такое bite him? Я просто не сильно в английском. Поймайте его или что? Так, тише. Сгинь. Bite him, my children! Да, ты тут children развел. Просто жесть. Так, осталось чуть-чуть. Привыкайте, дорогие мои, то, что вам это будет в уши орать, я не понимаю, почему. Bite him, my children! Тише. Ай, блин, вот могли бы мирно разойтись, я бы не пострадал. Bite him, my children! Я бы хотела знать, что это за голос озвучивает, потому что он шикарен. Ну все, теперь мы будем сражаться с тобой. Блин, вот я узнаю стиль Джереми Саула просто за версту, потому что подобная музыка. Тут ни в коем случае нельзя оставаться на месте. Только в пятой части, по-моему. А, нет, в шестой. От старости. По крайней мере, я хоть что-то усвоила из занятий Локонса. Ректу Сэмпру. Потрясающая работа, Гарри. И смотри, я нашел отцовскую машину, но на Гермиону напали. Ее превратили в камень, как и всех остальных. О, нет, нам нужно возвращаться как можно скорее. Залезай. Да, я немножко события перепутала. Опа. Я ж тут не была точно. Абсолютно точно я здесь не была. Круто. Прости, Гермиона. Я тут немножко хочу похозяйничать.
Опа. Ну и тут просто бабы, это понятно. Тут еще наверху карточка, но мы ее сможем забрать, если только вон. Центральную плитку активируем, но это потом. Еще и секретик. Тут полно всяких секретиков. И еще. Ну ты просто бабы даешь, ясно. Лучше, чтобы мадам Пафри меня не видела. А вот и Гермиона. Что у нее в руках? Это записка, написанная ее рукой. Вот что в ней сказано. Из всех опасных тварей и монстров, которые гуляют по нашим землям, есть один, который даже опаснее, чем Василиск. Это король змей. Этот гигантский змей может достигать неимоверных размеров и жить сотни лет. Он вылупляется из куриного яйца, высиженного жабой. Чего? Кроме его смертельных и ядовитых клыков, Василиск обладает смертельным взглядом, и все, на кого попал луч его, из его глаз, превращаются в камень навеки. Пауки трепещут перед Василиском, потому что это их смертельный враг. Василиск же боится только крика петуха, который для него смертелен. Но как Василиск забрел наши места? Гигантская змея? Кто-нибудь должен был ее заметить? Трубы, Рон. Они наверняка живут в канализации. Я слышал этот голос в стенах. Это девочка, которая погибла. Арагог сказал, что ее нашли в туалете. А что, если она никогда не покидала туалета? Что, если она все еще здесь? Нет, и не думай. Это же не Плакса Миртл. Вход в комнату тайн. А что, если он... В ванной комнате Плакса Миртл. Все студенты должны немедленно возвратиться в свои комнаты. Все преподаватели немедленно пройдите в учительскую. Немедленно. О нет, только не еще одно нападение. Да, было еще одно нападение, похуже первого. На этот раз кто-то пропал. Это была Джинни Уизли, а на стене осталась надпись. Она глазила. Гласила, ее скелет останется лежать в комнате навечно. Хогвартс точно сейчас закроется. Профессору Локонсу поручили спасти Джинни, но Рон и Гарри были слишком взволнованы. Они должны были что-то делать. Скорее, Гарри, мы должны спасти Джинни. Нам нужен план. Я пойду в ванну в Плаксу Миртл и попробую найти вход в тайную комнату. А я пойду искать Локонса. Я не удивлюсь, если он попытался удрать из Хогвартса. Сейчас, подождите. Ну да. Мне кажется, что вторая часть как раз... которая... Вот, да, вот вторая часть из всех частей Гарри Поттера, она, наверное, самая жуткая. На мой взгляд. Ни в третьей такого не было, ни в первой. А тут прям Хогвартс решили закрыть. Убийство происходит, всякая фигня. Нападение. Хотя нет, в седьмой части еще похуже. Там вообще, по-моему, геноцид среди грязнокровок и прочего такого. Так, подождите, нам куда? Нам сюда. Мы же... Или подожди, мы стой. Стой. Мы же собирались Плакси Миртл, правильно? Пойдем. Немножко ошиблась этажом. Простите. У нас уже 5 молний, обалдеть. И немножко покоцано. Сколько нам еще, интересно, осталось серебряных карточек собрать? Хочешь на этот раз? Спросить тебя, как ты умерла? Ты первый, кто задал такой вопрос. Я умерла прямо здесь. Я все отчетливо помню. Дверь была закрыта, и я плакала, потому что Ольф Хорнби дразнила меня за мои очки.
Потом я услышала, как кто-то вошел. Они сказали что-то непонятное, думаю, на другом языке. И это говорил мальчик. Поэтому я открыла дверь, чтобы сказать им идти в свою ванну. А потом я умерла. Где стоял этот мальчик? Вон там, возле умывальников. Один из них никогда не работал, сколько я себя помню. Интересно, может быть, это и есть вход в комнату? Откройся! Откройся! Не получается. Может, стоит попробовать на языке Парсалтанга? Откройся! Вот так. Ты до этого никогда сам не говорил, ну, в смысле, чтобы прям целенаправленно. А тут заговорил. Взять его. Он уже собирался уходить. Что это? Думаю, что это вход в комнату Тайн. Тогда я тебе больше не понадоблюсь. Пока, ребята, мне надо позаботиться о своей метле. Ты еще не закончил. Иди вниз. Нет. Ладно, Гарри, пойдем. Я знаю. Локонс, блин, такой дебил. Но забавный. Гарри, там что-то есть. Ой, у меня голова кружится. На этом ваши приключения оканчиваются, мальчики. Рон! Попрощайтесь со своими воспоминаниями. Прибудьте в забвении. Рон! Ты в порядке, Рон? Я здесь, со мной все хорошо. Иди отыщи Джинни, Гарри. Подожди там вместе с Локонсом, если я не вернусь через час... Ладно, скоро увидимся. И мы теперь должны бродить по тайной комнате. Это будет очень долгое путешествие. И, кстати, это единственное, блин, правдивое в этой игре. Потому что Гарри действительно пошел в комнату один. Из-за того, что Локонс тут натворил. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не упал. О, здорово. Блин, это лягушка, ну ладно. Она мне пригодилась впервые в жизни. Иди. Так, это у нас долго, ладно. Побежали. Ой, тихо. Наверное, я что-то пропустила, но... Ладно, неважно. Ой, он уехал без меня? Ну да ладно, я думаю, что если даже мы... Опустимся вниз, то ничего страшного не будет. Там же невысоко? Нет, там невысоко. У нас есть еще немножко времени, чтобы побродить по этой комнате. О, сохраняшка, спасибо. Нет. Хорошо. О, сколько пауков. Просто обилие. Какой же ты непробиваемый. Вы же боитесь, Василиска. Что вы тут вообще делаете? Это, по-моему, нелогично. Клевые светильники, да? Мрачно, но со вкусом. Вообще, мне эта локация напоминает очень локации из Blade of Darkness, которые я все обещаюсь пройти, но никак не прохожу. Не знаю, не знаю. Может быть, когда-нибудь мои руки дойдут до нее, но она слишком стрёмная. В том плане, что она жуткая. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Повезло. Я думала, что меня сейчас прихлопнет просто. Ой-ой-ой. Ну, как всегда. Как всегда, землетрясение, прочая байда. Осторожно. Иначе мы просто станем омлетом. Кровавой кашей.
Так, сюда можно пробраться. Это я точно знаю. Ха, поставили тут плитку для того, чтобы прыгнуть, словно знали, что нам туда надо будет пробраться. О, сужение стен. Как я люблю эти ловушки в стиле Blade of Darkness, а? Просто обожаю. Да и не только в стиле Blade of Darkness. Когда мы всякие сокровища, допустим, ищем в каких-нибудь играх, всегда такая фигня происходит. В Blade of Darkness, правда, там не сокровища, там руны. Чтобы их достать, надо пройти через опасные ловушки. Очень опасные. Некоторые я даже, блин, просто с первого раза никак пройти не могла. Ну, естественно. О, здрасте. Я про вас забыла. Но сейчас я о себе тоже вам напомню. Что это сейчас было, блин? Нам надо пробраться туда. О, а вот и музыка из первой части пришла. Подъехала. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вы меня не будете кусать, да? Нет, вы будете меня кусать. Да уйди ты! Да твою мать! Что происходит вообще? Меня все бесит. Они не убиваются, потому что. Я впервые встречаюсь с такой фигней. Уйди ты. Погоди, я не вижу Докси. Где она? Пошла ты. Просто если сейчас начну прыгать, меня эта Докси собьет. Мне ее нужно поймать. Иди сюда, мразь. Эй! Ладно. Придется мне убивать эту Докси вблизи. Но ничего, я до тебя доберусь. Ха-ха-ха. Где ты? Где ты, где ты, где ты? Голубая фея. Ты мне очень долго мешал. Теперь сгинь. Вот ты где. Сучка. Простите, у меня уже просто других слов не хватало. Смотрите, блин, они мне одну молнию снесли. Интересно, если я здесь упаду, мне будет плохо? Вроде нет. Вроде нормально. А я туда хочу попасть. Как мне это сделать? Там просто какая-то комнатка. Ой, здрасте. Сгинь. Меня сегодня все кусают. Ой. Как-то вас тут много, я даже не ожидала. Я аж перепугалась, блин. Вниз мне лучше, конечно же, не возвращаться. Ладно. Надеюсь, что нужды и не будет. Ага, секреточка, да? Ой, я как раз хотела вот эту, спасибо. В этой комнате не оказалось вообще ничего полезного. Хорошо. Тогда я пошла. Надеюсь, это телепортнет меня куда нужно. Я, блин, даже ничего не сделала для этого. Придется мне валить через вон тех вот. Но они сами, в принципе, подумали, что я там. И все. Теперь они мне не помеха. Как-то странно начала разговаривать, ладно. Извините меня. Так, стоять. Ага. Открывай. Теперь я поеду. Пожалуй. А как я допрыгну? А, ясно. Ясно, ясно, ясно. Спасибо. Что тут у нас? У нас тут котлы. Дай
Дайте мне лягушку кто-нибудь, пожалуйста. Ай-ай-ай-ай, тише. И дайте мне уже сохраняшку. В следующей серии мы продолжим. Блин, сохраняшка тут будет или нет? Или это и было сохранение? Ладно, люди, давайте мы с вами продолжим в следующей серии. Эта серия будет уже последней, заключительной. Там мы с вами прочитаем все карточки, которые нашли. Сходим в призовую комнатку и прочее, прочее дня. В общем, финал вы увидите в следующей серии. А пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анастасия. Всем удачи, всем пока!